Самых юных посетителей зоопарка развлекали ростовые куклы зверей из популярных анимационных фильмов. Больше 120 детей из малообеспеченных семей и детских домов города театрализованным представлением поздравило руководство городского зоопарка. После экскурсии по зоопарку ребятам показали небольшой мультипликационный фильм о главном архитектурном символе молодой столицы Казахстана – монументе Байтерек, который украшает Астану. Не забыли поздравить с праздником и жителя зоопарка жирафа по кличке Астана. Ему в этот день исполнилось 7 лет. В день рождения пятнистого обитателя зверинца сотрудники зоопарка приготовили жирафу вкусные угощения. Сегодня у нас мероприятие, просто отмечаем день рождения жирафа, ему исполняется 7 лет. Дети у нас все, кто посетители зоопарка. Анимационная группа пришла, Дисней, для того, чтобы отпраздновать день рождения, юбиляру нашему. Естественно, все наши посетители, все дети, все, кто здесь есть, всех приглашаем на день рождения нашего. Главным подарком Астане по традиции стал торт из фруктов и овощей – арбуза, капусты, хрустящей моркови. Вот только блюдо жирафу почему-то на этот раз пришлось не по душе. Вкусному фруктовому торту пятнистый житель Африки предпочел зеленые букеты из листьев карагача. Поздравить жирафа с днем рождения пришли и самые маленькие посетители зоопарка. Хором они дружно скандировали «Астана Коттаболсон». Понравилось ли дружное поздравление жирафу, неизвестно, ведь он в это время жевал свои подарки. Я очень рад, что впервые вживую увидел жирафа. Он такой большой и красивый. Я приехал из Астаны. Мне очень понравилось сегодня в зоопарке. И большие куклы, и жираф. Напомним, что жирафа по кличке Астана привезли в шымкентский зоопарк 6 лет назад. Годовалого пятнистого доставили к нам из Алматы. Сейчас жираф уже вырос, и пятиметровому животному подыскивают пару.